эту книгу написал Джим Хелмер. «Снежный лев». Каролина с мамой переехали в новый дом на холме. Стены в нем были белые, белый потолок, белые, даже двери те были белые. В доме было полно любопытных уголков, но Каролине хотелось с кем-нибудь поиграть. И вот однажды она услышала шорох. «Хочешь поиграть в прятки?» – спросил кто-то мягким, низким голосом. Каролина обернулась. Перед ней стоял лев, белый, как снег. «Откуда ты взялся?» – спросила Каролина. «Отовсюду», – ответил лев. Он прислонился к белой стене и исчез, а потом стена подмигнула. Каролина рассмеялась. Они играли в прятки весь день. На следующее утро Каролина и лев выглянули в окно и увидели двух мальчишек. Их яркие змеи парили в вышине. Один из мальчиков помахал Каролине, но она застенчиво отвернулась. «Пошли играть дальше», — сказала она льву. Всю неделю они забирались наверх и скатывались вниз, убегали и догоняли. Однажды лев задумался. «А ты уже каталась с горки в парке?» – спросил он. «Мне нравится играть тут, с тобой», – ответила Каролина. «Но я же никуда отсюда не денусь», – сказал лев. И Каролина пошла в парк. А в парке оказался мальчик, который помахал ей в окно. Мальчика звали Бобби. И он катался с горки ничуть не хуже льва. «Не поймаешь», – засмеялся Бобби. Но Каролина уже очень хорошо научилась догонять. «Как тебе горка?» – спросил вечером лев. «Скользкая», – улыбнулась Каролина. «Ну, я скучала по тебе». На следующий день Бобби пригласил Каролину поиграть вместе с его друзьями. «Почему бы тебе не пойти?» – спросил лев. «Но я никого там не знаю», – прошептала она. «Наверняка будет очень весело», – сказал лев. «И потом, ты же знаешь Бобби!» И Каролина пошла к Бобби в гости, где ребята все вместе построили пиратский космический корабль-кухню, а потом прилунились, зарыли клад и съели много-много шоколадного пирога. На следующее утро мама Каролины сказала: «Я думаю, этому дому давно пора стать цветным. Как ты считаешь?» «Мне нравится, когда все белое», — неуверенно сказала Каролина. Но тут в дверь позвонили. Мама Каролины пригласила всех ее новых друзей на праздник красок. Скоро весь дом играл оранжевым, красным, синим и зеленым, а всем пришлось хорошенько помыться. В тот вечер Каролина долго искала льва в доме, где больше не было ни белых стен, ни белого потолка, ни белых дверей. На улице пошел снег, и скоро весь холм побелел. Вдруг Каролина заметила что-то в саду. «Неужели?» «Я думала, что никогда тебя больше не увижу», – заплакала Каролина. «Все львы предпочитают жить на воле», – сказал лев. «А у тебя теперь есть с кем поиграть». «Но я буду скучать по тебе», – лев улыбнулся. «А я по тебе. Но если понадоблюсь, ты знаешь, где меня искать». Так и было.